Ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится Общероссийский день приема граждан. По этой причине с 12 до 20 часов в праздничный день в здании администрации муниципалитета было особенно многолюдно. Для того, чтобы записаться на прием к первому заместителю главы администрации Ленинского района Дмитрию Волкову, нужно иметь только паспорт. Секретарь внесет необходимые данные в регистрационную форму, и, дождавшись своей очереди, с чиновником можно обсудить любые вопросы, касающиеся жизни муниципалитета. У меня бабушка, она пенсионерка. И губернатор вел такую программу, как «Активное долголетие». Вот, хотел бы уточнить, у нас она только начала водиться, и в каких центрах она водится? У нас сейчас задействовано почти 900 человек, начиная, там, как я говорю, от плавания. Туристический маршрут очень популярный, там, дыхательная гимнастика, пение, скандинавская ходьба и ряд других направлений, которые мы сейчас используем. Тематика обращений граждан широка – от медицины и образования до транспортного сообщения и работы управляющих компаний. Дмитрий Волков отмечает, что 12 декабря важен не только как повод еще раз пообщаться с жителями, но и своего рода напоминанием о том, что делать это нужно как можно чаще. Он тоже для нас является знаком с точки зрения обратить внимание, что мы, как только находится время, должны его побольше находить, должны быть более доступны, ближе к людям, стараться вникнуть в каждую проблему и, конечно же, постараться ее решить. Записаться на прием в этот день можно было к любому из заместителей главы администрации. Общее количество граждан, пришедших на прием – 56 человек, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.